7 июня в микрорайоне «Звездочка» состоялась рабочая встреча представителей депутатского корпуса и сотрудников администрации Сергиево-Посадского городского округа возле спортивно-оздоровительного комплекса «Салют». Предметом обсуждения стало асфальтовое покрытие вокруг спорткомплекса, а точнее отсутствие такого покрытия. Местами асфальта нет совсем, а там, где он более или менее сохранился, требуются капитальные ремонтные работы. Кроме того, за зданием есть значительное парковочное пространство, которое может быть весьма востребованным во время проведения масштабных соревнований, когда к спортивному объекту приезжает множество команд и участников. По результату рабочей встречи было принято решение о полной замене асфальта вокруг здания и обустройству парковочной зоны за спортивным комплексом. Наконец-то принято решение привести в порядок эту территорию. Раньше не могли, потому что был другой кадастр, и здание принадлежало не ИПХ. Теперь это уже владение нашего города, поэтому надо приводить, доводить все до ума, сделать хорошую асфальтированную дорогу, хороший подъезд к главному входу. Поэтому это будет сделано до 1 сентября. Я думаю, что это будет сделано еще раньше. Войдет естественная парковка, потому что сюда, когда проводятся мероприятия, много машин стоит. Здесь даже приведется сзади территория тоже в порядок. Принято решение асфальтировать. Уже сделали мы смету, осметили. Сейчас ждем финансирования. И ориентировочно до 1 сентября мы должны асфальтировать парковку. Несмотря на нынешнее неудовлетворительное состояние здания, «Салют» – один из востребованных спортивных объектов города. Здесь занимаются борцы, детские и взрослые команды тренируются и проводят соревнования по флорболу, мини-футболу и баскетболу. С передачей объекта в муниципальную собственность для округа открываются новые возможности по приведению помещения и прилегающих территорий спортивно-оздоровительного комплекса «Салют» в порядок и созданию еще одного комфортного современного центра спорта в Сергиевом Посаде. Александр Юрич, Тихон Бузынкин, Глеб Власов. День города.